Приветствую вас, ребята, на Роли Гейм Онлайн. Сегодня у нас такая вот веселенькая игра под названием Академия Кракена, блять, или Кракен Академия, в общем, неважно. Рубрика Геймплей Летсплей, и мы начинаем. Значит, новая игра, ни разу в нее не играл, и может потом играть после этого видео не буду. Итак, в игре будут мини-игры. Хотите выбрать легкий уровень сложности? Выбрать можно... Давайте будет легкий. Мы не ищем легких путей, хотя на самом деле ищем. Так, мучимся мы на машине. Хватит уже жаловаться, тебе там понравится, просто надо привыкнуть. Блядь, а можно я не буду читать? Я такой расстроенный японский мальчик, но я не понимаю, почему ты разрешила Наде записаться в самый крутой кружок. Сразу видно, кто ты у нас любишь сильнее. Надя? А что, типа, японка Надя? У них все так плохо, что они уже воруют имена в других странах. В общем, Брокколи бежал, мы приехали. Боже мой. Удачи в новой школе, моя хорошая. Значит, ага. Все, пока, мамуль. Это же, кстати, я мог тоже озвучивать эту игру. А, да тут идут, короче, разборки между братом и сестрой. Все, дайте мне уже ходить, я хочу куда-то пойти. Школа Кракен. Все. Бомж-чел. Такой же нерадостный бомж с ананасом и с газовой горелкой. Николай. Этот чел спер у меня телефон. Брокколитян. Блять, эта игра просто... Она стоит... чтобы в нее поиграть. Блять, бежим за Брокколи, пока там идут разборки между бомжом Николаем и тренером каким-то и автомобилем, скорее всего. Так, идти бежать в СД Шифт. Отлично. Так, первый день, погнали. Брокколи, я тебя вижу. Добавь меня, друзья, в Кракене, а то вдруг забудешь, что все побежали. Типа как в ВКонтакте. Итак, что мы знаем о Брокколитян? Очень важная информация, запоминайте. Значит, она любит играть на барабанах, не любит думать о бывшем. Понял, принял. Так, Кракен нет. Брокколитян, и это мы. Знак зодиака Овен. Ни хрена я не Овен. Я по жизни Скорпион. Любит. Тоф, голландский соус, сыр, рис. Че? Не любит Надю. Цилиндры, поезда. Блять, ненавижу поезда. Все, хорошо, дальше. Спорткружок никого. Штат, мускружок, драмкружок, кут-кружок. Понятно. Все, погнали дальше. 10 тысяч монет у нас есть. Я могу позвонить маме, сказать, мама, я не хочу. Слышишь, блядь, не хочешь ты звонить, я хочу, чтобы ты позвонил. Я, блядь, здесь управляю тобой. Ты так, куча говна или... Опа, ты кто? Хочешь туда попасть, с тебя 10 тысяч лотинок, но... А?
спорить, блядь. Я вообще не хочу здесь учиться, как знаешь. Так, ты ж, ты такой, блядь, полупокер, нагруби. Мэйси. Карта мускружка. Делись на ку... You won't regret this. Да. Я не хотел ему платить, я хотел разобраться. Так, Стикс любит татуировки, не любит конкурентов. Все понятно. Это в штате он. Близнецы. А брокколитян кто? Стрелец. А себе этот неловкий момент, когда ты машешь кому-то, а он тебя не замечает. Блять, веселая, веселая такая игра, знаете, она не напрягает вот. Ага, теперь они будут автоматически, да, развили нас на деньги. Так вот, игра такая, знаете, непринужденная, веселая, с нами есть брокколи. Бомжмен или там бомжчел, Николай, Стикс, который есть у нас ВКонтакте для бедных, то есть как бы в Кракене, класс, просто класс. Я думаю, детям, любителям аниме, брокколитянкам и всем остальным обязательно просто в эту игру нужно будет поиграть. Но тем временем мы преследуем брокколи, так что тут у нас это... Итак, за мной. Мы почти пришли. Хорошо, брокколи, за тобой. А тут что можно купить? Старый фундамат, у меня все равно нет бутылок. Вас приветствует автомат со снеками Сохранямка от компании Сохраням. Теперь с веществами для контроля разума будет вкуснее, если желаете купить Сохранямку. Не по карману. Что за общество? Оно настолько прогнило, что я не могу просто покушать за бесплатно. Наша школа, брокколи. Уф, блин, учительницы еще нет, можно было так не бежать. Ой. Мы же с тобой не знакомы, как тебя зовут? Блять, меня 12, я мог быть кем угодно. Надо придумать себе какое-нибудь клевое имя. Значит, клевое имя. Не знаю, имя Ибрагима, может, что-нибудь говорит. И если я ношу Канди Бобер, это не значит, что женщина или балерина. Ну давайте будет. Онуфри. Энтер. Ануфри! Пам-па-бар-бам! Йо, бомба. Ануфри, давненько я таких имен не слышал. А ты на чем играешь? Я скромный буду. Тест 1. На гитаре играет, я понял. Владимир, блондин у нас поет. Но блондины не все поют. Все девчонки от него с ума сходят, кроме меня, конечно же. Хотя он симпатичный. А Симона, девочка в толстовке с жирафом, играет на гитаре. Она моя самая лучшая подруга, иногда она бывает слегка грубоватой, но... Йоу, броки! А где прошлый? Я просто сами потом прочитать, я не хочу, чтобы это просто долго затягивалось. Я хочу сыграть какую-то мини-игру, на этом закончить. Итак, новое задание какое-то у нас есть. Значит, мы тут можем прочитать. А, вот все, это Ануфри, это мы. Так, что надо теперь сделать? Давай. Любит жирафов, не любит тебя. Ну, зато честно. Владимир. Хочешь ко мне в фан-клуб? Конечно, блядь. Умничка. Вступительный взнос 10 швиток. Делю 50 швиток назад, ты получишь 2 моих офигенных селфи. У меня нет денег. Вот как. Владимир. Любит своих поклонников, не любит, когда его игнорируют. Понятно. И ты. Константин. Вот у нас... Да, конечно, да. Конечно, да. Ну, да. Константин любит теорию заговоров, не любит людей без своего мнения.
Как бы все, я думаю, я со всеми познакомился, все молодцы, все спортивные ребята. И что дальше? Подождите, вот, блин. Так, задание, новые друзья, поговорить с Симоной и найти батарейки. Так, ищем батарейки, может быть в мусорнике. Вы роетесь, сколько тут разного добра помимо книг. Есть! Отлично, все, батарейки у нас, бомба, ребята. Так, давайте, давайте, давайте. Брокколи, на. Госпожа Петрова. Нормально, девчонка вот не слушалась, пошла в лес и живет с медведями. В какой тональности написано 13-я соната Бетховена? Вовремя нажимайте на кнопку, чтобы повлиять на результат диалога. Постарайтесь по максимуму заполнить шкалу снизу. Круги сверху показывают, сколько раз нужно будет сыграть. Нажмите R, когда прицел окажется в середине. Ух ты! Вы шо, я ж не настолько, у меня же, я уже старый, у меня нету такой реакции. Какая кличка была у любимой утки Моцарта? Что, простите? Блять, ну, реакция это не моё. Что сказал мне мой муж перед тем, как бросил меня? Если бы 100 бутылок. Что у них тебе валюта бутылками? Мисс Маркова. Я мисс Маркова, учитель теории музыки на выходных. Я окончательно сбила себе режим сна. Вставать раньше по водному тяжело, так что... Давайте уже сыграем. Понятно, короче, в общем, здесь мне рассказывается, что нужно хранить экологию. Значит, любит оперу, не любит веселье. Понятно. В общем, вот такая вот игра. Мини-игры мы еще с вами не включали. И, может быть, и не включим. Давайте посмотрим по-быстрому, что у нас есть. Прогульщики. Воспользуйтесь вандоматом. Задание. Инвентарь у нас есть. Костюмы. Форма мускружка. Ключи. Карта мускружка. Бейсбольная бита. Карта. Персонажи. В общем, очень интересная игра для деток. Я думаю, для, опять же, повторюсь, для фанатов аниме. Аниме-тяночек всяких там. Ну и просто расслабляющая музыка, расслабляющая игра. И обязательно, наверное, попробуйте поиграть и напишите, понравилось ли вам в комментариях. Ну, а с вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока.